Всем привет! К нам приехали новые оттеночки джинса Аляска. Знаем, что он вам очень понравился. Этот джинс отличается своей плотностью, он довольно плотный. И хорошо подойдет для пошива ветровок, джинсовок, также плотных джинс, шорт. Он состоит из 100% хлопка и может мяться. Давайте рассмотрим, какие оттеночки к нам сейчас приехали. Верхний — это очень светлый молочный оттенок, называется экрю. Темный василек. Здесь вы видите фактурную диагональную полоску. Очень приятный на ощупь, с изнанки. Просто гладкий. Джинс не тянется. Так, есть вот такой вот ледяной мятный, ледяной ментол. Есть два очень близких по оттенку цвета. Отличаются чисто на полтона. На сайте мы пропишем название каждого и артикул. Можете ориентироваться на артикул, потому что вот это вот, это два разных оттенка. Тут чисто разница полтона. Точно так же вот с этими двумя бежевыми. Вот этот уже темнее, да, и видно разница. Так. И есть еще два вот таких оттеночка. Они тоже очень похожи между собой, но все равно где-то полтона разница есть. Перечная мята и гвакамоле. На сайте у нас на фотографиях корректные оттенки, вы можете ориентироваться по ним. На видео немножко, видите, оттенок пляшет. Так, а это у нас гречишный, тут зеленца есть. Вот на видео как будто больше горчичный, но он гречишный, тут зеленый оттеночек. Тоже не совсем передается.